Всем привет, уважаемые подписчики, это Project Golden Void, второй сезон, третья часть уже. Продолжаем так же, как раньше, играть режим источницу. Так, мы играли, конечно, Кима база. Спаливаться мы будем по-разному. Не то, что нет идеального мира, скрываться в правительстве, да. Видели, да, у нас там это все. Нормальные. 5 дней. Здесь будет март. Первый, да, день. Пусть будет 7. Высокая. Высокая. Нормально. Высокая. Нормально. Новые предметы, пусть будет каждый день хотя бы. Нормально. Ну, все нормально, да. Вертолет никогда. Событий иногда. Да. Естественно, вот так все будет как есть. А персонажа все устраивает. Три, то же самое. Рандом, рандом, рандом. Вот так все будет. Особенно пусть бегает ночью. Отлично. Здесь все так оставляем. Так, будет называться, кто я удалил в прошлый раз, тогда играл. В предыдущих сезонах. Вот так. Россия, да. Но перед тем, как будем играть, да? Где-то у меня тут есть. Да. Вот это мы сейчас и будем устанавливать. По поводу карты, да, походу, но нам это не нужно. Итак, еще разок, песочница, берем
третью био-Россию. Поехали. У нас, естественно, будет женщина по цвету. Возьмем синенькие юбка, красный, у нее будет жилет, естественно, потому что там лето, туфли нет, ну пусть будет туфли или волосы, ну, пусть будет длинная. Вторая, она у нас будет блондинка, оставляем как есть, окей. Мы берем то же самое, строитель. А, есть еще вот этот. Плюс 3 строительства. А здесь строительство тут наоборот, здесь больше. Так, сейчас возьмем. Жажда. Вот, видите, теперь у нас здесь все некоторые на русском языке. Типа-то я добавил, но здесь все связано. О, фермерство. Фига себе. Берем. А, только одну из них берешь. И вот сумка, боеприпасы можно иметь. Зная ключи не в годах, то есть не в Невском. Годах, ну, типа вы подаете большую сумку для дальнейшего выживания, ну типа дополнительное место лично 17, да? Кончающий взгляд. Только ибо строитель, ибо фермщика, типа, берешь одну из них. Но это тогда нужно того друга, чтобы один там занимался кулинарией.
10, да? Попробуем так сыграть, ребята. Конечно, я взял уже на 12. Извините, что так будет немножко длиннее эта серия. Но это полностью уже заново начали. Это за то, что я установил этот мод. Там переводы по-русски. Но насчет вот этого мода, ну, то есть насчет вот этого, как он. Я слово миск. Типа по-английски неприведенные тексты, скорее всего, вам будет отсутствовать. Возьму, это мы возьмем, вот это я возьму, это тоже. Собачий корм, да? Тоже возьмем. Возьмем. С телевизором работает. Это мы возьмем, чтобы себя успокоить. Здесь ничего нет. Просто замечательно. Мы у себя дома. Плюс соседи. Есть, взяли. Это мы все взяли.
Я сейчас тебя нападу. Ах ты, тварь, он меня еще укусил. Строительство у нас вот такая, так что мы можем все строить. У нас вот такая, если бы установить вот таким образом мод. Да. Только из-за мода, в смысле, если так можно установить. Стучал. Веревку сделаем. Ну, там еще баня? Нормально. Вот эта толпа побежала. Вот это начало, блин. Сейчас я сдохну. Придется бежать ночью, а не утром, блин. Вот это бегуны. Вот это начало, блин. Все счастье, блин. Все, нам хана. Но вот эти как уводы, походу, все. Все. Вот это начало. Мы только начали, а уже все, мы сдохли. Еще разок. Теперь уже попробуем таким образом. Так, так. Играем за женщину, как всегда, как обычно. Но не будем уже за женщину, будем за мужчину. Строительство, только одну из них вот этим берете. Холодное оружие. Первенство. Видите, все, они пропали. Просто одну из них уберете и все.
первенство будет. Можно взять все равно это строительство, но нам потребуется еще одну взять. Это жажда. Да. Вот это начало, ребят. Вот это охренеть. Я просто офигею. Так толпа зомби и вообще, блин. В одиночку вообще это невозможно. Так что я поэтому и делаю прохождение в одиночном режиме. Мне не всегда получается возможность остаться в живых. Сами понимаете, сами видите. Я умираю, причем-то очень быстро. Но я имею в виду в этой игре. Даже труп есть. Порвать все тряпки. Нам материалы нужны. Почему-то один зомби у нас в базе. Без понятия. Почему? Здесь кухня. Так, сковородку берем. Сковородку берем. Это я тоже возьму. Основное. Взять. Берем. Это наша спальня. А, это часы и будильник, да. Будем знать, сколько сейчас времени. Наоборот, хорошо. Карандаш. Зачем мне карандаш? Здрасте, соседи. Ну простите, мне не до вас. Патроны глаз. Знаю, у меня перевес. До свидания. Я покидаю ваш домик. А, это ты бежишь? Уже нож сломал. Вот, смотрите, у нас уже все есть. Тогда мы сейчас добавили это как он, ну, типа дополнительное устройство по поводу сундук, да? Вот тебе, пожалуйста.
сразу у тебя сразу вспанивается с собой как раз рюкзак. Причем большой. И очень хорошо. Не, вот этого надо при себе просто передержать. Ставим ёлки. Да, на всякий случай сделаю. Просто помираем и делаем. Заткнись. Нападение и сразу уже хаос. Причем со всех сторон. Нет! Нет! Но почему сегодня не только провалы? За что мне? Только я начал играть, меня сейчас сожрут. Больше смерти. Я не знаю, из-за чего вся эта хуйня, блядь. Охуеть, блядь. По идее, они по утрам не должны бежать. Вот суки. Ну, как вы заметили, я уже несколько... уже умер еще раз. Ну что ж, уже, друзья, в следующей эпизоде, в следующей части мы продолжим. Всем спасибо, всем пока.